Раков не трогать. С сегодняшнего дня, согласно указу Управления Госагентства рыбного хозяйства в Запорожской области, вылов этих животных запрещен. Ограничение будет действовать до 15 сентября. Этот запрет вводится ежегодно с целью сохранить популяцию раков во время второй линьки, когда они наиболее уязвимы. Нельзя вылавливать их как в промышленных масштабах, так и любителям. Наказание за одного пойманного рака – штраф в размере 25,5 гривен.